Привет, дорогой абитуриент! Меня зовут Мария Дзюба. Я уже успешно закончила первый курс по направлению общественной связи и медиатехнологии в Государственном муниципальном управлении Института государственной службы управления РАНХИКС. Что ж, тебе, наверное, интересно, каково это учиться в президентской академии, что это за направление и как туда поступить? Слушай внимательно. Для начала тебе потребуется сдать три предмета ЕГЭ. Это русский язык, иностранный язык и обществознание. В сумме ты должен набрать не менее 160 баллов. Что ж, что же представляет из себя само обучение? Давай рассмотрим поподробнее. Наша программа общественной связи относится одновременно и к журналистике, и к государственному муниципальному управлению. У тебя, конечно же, возникнет вопрос, а почему одна программа относится сразу к двум направлениям? Я тебе расскажу. На самом деле, на нашем направлении мы изучаем такие вещи, как система государственного муниципального управления, деловые коммуникации вместе с МММ-менеджментом, что дает тебе большое преимущество в жизни. В дальнейшем ты сможешь работать как на государственной службе, так и заниматься рекламой. Возможно, даже в будущем ты сможешь открыть свою собственную пиар-компанию. Кто знает. Но учеба на этом не заканчивается, ведь у нас существует множество внеучебной деятельности. Например, допустим, ты хотел давно попробовать себя в спорте или хотел организовывать мероприятия. Может, ты хотел участвовать в каких-то сценках. Наша академия предоставляет тебе такую возможность. Наши студенты занимаются тем, что им интересно. Что ж, я желаю тебе удачи, дорогой абитуриент, и надеюсь на встречу с тобой в этом учебном году. Кстати, я буду куратором общественных связей и хочу уже поскорее с тобой встретиться лично. Делай выбор в пользу XU RANHIKS.